Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. И да, и планировали к концу года набрать, по-моему, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Рост у нас был в прошлом году 31% рост товарооборота, в этом будет 30% рост. Стабильно мы развиваем наши экономические связи, причем в самых разных областях.